Привет всем! Вот так вот расцвел красавец гелиотроп. Вот такие вот огромные шапки цветов. Очень любят его пчелы. При этом, как только отцветают одни цветочки, их сменяют другие. Поэтому очень такое вот продолжительное и пышное у гелиотропа цветение. А какой аромат! Просто замечательный, поэтому не только красивый этот цветок, но и очень с приятным ароматом. Сперва зацветает вот этот вот центральный цветонос, а затем боковые побеги. Их тоже довольно-таки много. Затем у этих боковых опять выходят тоже новые побеги, поэтому растение всегда такое вот красивое и очень аккуратное. И листва у гелиотропа очень такая изящная, вечно зеленая, поэтому цветок со всех сторон выглядит симпатичным, таким привлекательным. А аромат, он просто вообще волшебный. Поэтому обязательно приглядитесь к нему и, возможно, вам он понравится, и вы захотите его посадить у себя на участке. Выращивали гелиотроп из своих семян. Когда вот эта вот вся махалка отцветет, ее собираем в пакет, высушиваем, и затем уже в марте месяце сеем. Очень хорошо всходят семена, если они прям хорошо так процветет он и не повредят морозы. Поэтому из своих семян можно смело его выращивать. И при посеве в марте зацветает примерно с середины июля.